Добро пожаловать в Шварндорф на прямую трансляцию. Те, кто к нам недавно присоединились, то мы прямо находимся в середине нашего мероприятия, где мы рассматриваем различные темы: продажи, техника, растениеводство. Мы записали все презентации. То есть, если у вас не было раньше времени или не подходило к вашему плану, то можете все это позже посмотреть. Мы эти видеоролики выставим на YouTube. И так что в надежде, что вы оттуда подчерпнете важную для вас информацию. А следующая тема — это рассказ о практическом применении. Мы уже говорили о полосных опрыскивателях от Бернхарда Бауэра, что в них содержится определенный потенциал для того, чтобы снизить количество действующих веществ, чтобы их, например, на ряд поместить, на картошку или кукурузу, или свеклу, где механическим путем куда трудно подойти, чтобы между рядами механически обрабатывать. И вот Манфред Хадерн из Нижнебаварского региона уже много лет работает с этой техникой, у него уже большой опыт, и поэтому мы туда поехали на прошлой неделе, чтобы сделать с ним интервью. И мой коллега Йенс Фель провел это интервью, и посмотрим, что интересного нам рассказал господин Хаберль. Добро пожаловать в Horch Live. Сегодня мы в Альтенхофене, это Нижняя Бавария. Фермер Манфред Хаберль. Уже несколько лет он работает с опрыскивателем или с полосным опрыскивателем на свекле, и поэтому мы сейчас стоим на пашне перед горой свеклы. Господин Хаберль, можете кое-что рассказать? Да, хорошо, конечно. Ну, у нас полосной опрыскиватель так немножечко такая традиционная вещь. Уже много лет мы пропахивали сначала в 12-рядное, но раньше еще 6 рядов было, свеклу, и затем делали отдельным устройством проходили с полосным опрыскивателем. Мы никогда не комбинировали, потому что с точки зрения земледелия лучше каждый метод в нужное время делать. Пропашка — это лучше, когда сухо, лучше всего 2 часа дня. А полосное опрыскивание при лучших условиях, влажных, лучше там 5 утра или 9 вечера. То есть уже как бы логичным казалось купить себе, когда вы покупали новый прицеп-опрыскиватель, сделать полосное опрыскивание. Да, у нас уже количество полосного опрыскивателя у нас уменьшалось, потому что делали слишком раньше, слишком много раз проезжали, и много колея было очень часто, и поэтому мы хотели от них уйти и обычно просто площадное опрыскивание делать. Но вот кто возделывает картофель, они говорят, что лучше всего окучивать картошку, вспахивать. И тогда, может, один или два делали две пропашки. И тогда появилась мысль, а может быть, опрыскивать практичнее или как бы помощнее. И тогда пришла нам мысль, что просто сделать это при помощи обычного опрыскивателя, полосного опрыскивателя. То есть вы опрыскивание... Для этого вы заказали какое-то отдельное оборудование, потому что, насколько я понимаю, у вас давно была уже эта мысль до покупки этого нового опрыскивателя. Да, да, конечно. Что касается оборудования, то, в принципе, это только такое специальное оборудование на форсунках, потому что вот техника форсунок, что там каждые 25 сантиметров есть такой блок форсунок, который ближе к цели находится. Я все равно хотел такой покупать, но потом мы попробовали, какие форсунки лучше всего подходят, чтобы только на полосе работать. То есть, а какое там распределение форсунок? 2-2. Что значит 2-2? Это значит, каждые 25 сантиметров двойной блок форсунок, то есть одна для площадного опрыскивания. А если когда сезон свеклы, то тогда как бы побочная вторая форсунка, где 30 углов, вы сказали, да, что наилучшие результаты при 30 градусах. Можете вот немножко поподробнее об этом? Да, 30 градусов
основное условие – это оптимальная, как бы направленная штанга, чтобы оно к посевам правильно было, да, чтобы это прямоугольному там не повредить распределению этой полосы, да. И там выяснили, что на 30 градусах 30 сантиметров расстояние от почвы и 18 сантиметров вот, ширина полосы, но все равно, даже если точно эта штанга, все равно она минимально будет там наверх-вниз ходить. И при 30 градусах эти вариации не такие сильные. Когда 40 градусов форсунка, то тогда когда минимальный подъем идет, то тогда он становится таким широким, что идет вот, слишком малое расстояние. Поэтому мы берем форсунку, который на 30 градусах расположен, и мы очень довольны. Все эти годы вы говорите, как давно вы уже работаете с этой системой? 4 года. 4-й сезон, полостное опрыскивание. Может быть, вы можете подвести итог в начале. В чем была самая большая трудность? Самая большая трудность была с самого начала, и до сих пор она такой и остается, что при свекле нужно думать о том, что я хочу опрыскиватель, мне нужна нужная система РТК, без РТК ничего не получится, и что вначале нужно выявить, чтобы правильно поместить, чтобы эта штанга на каждый ряд могла правильно быть отъюстирована. Вот это нужно, как говорится, на практике опробовать. То есть для вас это не просто нажатие на кнопки в терминале полостное опрыскивание, а для вас это, так сказать, стратегия земледелия. Можно так сказать? Да, я думаю, так можно сказать. Это ситуация не такая, что просто покупаешь там что-то, полостное опрыскиватель, и все. Нет, с самого начала нужно смотреть на свеклу, подумать, как это делать. Да, это действительно вот такая стратегия земледелия, а не просто купил оборудование, опрыскиватель, и все. Оборудование, опрыскиватель. Так, это вот такое интересное здесь слово, потому что мы недавно представили вот такой опрыскиватель с камерой для того, чтобы оптимизировать его. Вы еще это не сделали? Это будет играть какую-то роль? Или можете нам объяснить, как это вообще применять? Я думаю, что это для меня было бы выигрыш в плане удобства при использовании. Ну, я вообще-то делаю довольно просто. Речь идет о том, чтобы трактор едет с РТК по колее, о тракторе мне заботиться не нужно, а вот на этой штанге мы сделали такую маркировку. То есть, если, допустим, этот опрыскиватель не тянет, что он точно знает, где находится форсунка, удлиняет угол, и он должен идти по ряду. Из кабины я это контролирую. Просто, как говорится, смотрю. Ну да, это выигрыш в удобстве, потому что, чтобы я мог поворачивать туда, куда надо, опрыскиватель. Если, допустим, прямая колея, то из-за того, что из-за влаги, допустим, может быть, что где-то будет там ниже, потом меняется угол, эта штанга по-другому, и тогда нужно еще это откорректировать. Но это делаю от руки сейчас, а так это бы работало автоматически. Но условием должно быть, что мне я должен хотеть полостные опрыскиватели, потом мне нужно РТК, мне нужно 25 распределение этих форсунок, и ну, 50-ка тоже есть. Есть еще какие-то вещи, которые надо учитывать, потому что мы стоим на поле, которое относительно плоское. А как, если уклон? На уклоне точно так же все работает. Поверхность, которая, да, с уклоном, к примеру, при посеве, чаще всего на тракторе идет сеялка, и важно, чтобы она, если когда уклон, чтобы это было работало, значит, нужна достаточная система управления. Я своей системой доволен,
потому что действительно на склоне работает. Но на склоне там другие проблемы, но это больше они не от опрыскиваться ли идут, а больше в плане вспашки, потому что там труднее при вскапывании. Если, допустим, слишком сухо, то могут быть повреждения или потери свеклы, что просто маленькие растения, что их перевертываешь или куда-то там отталкиваешь. И это часто такое бывало. И думаю, что нет, не надо, не могу вспахивать свеклу, но с этой системой можно работать гибко, и тогда можно просто площадное опрыскивание делать, а потом идем второй раз пропашку и перейти на другую систему. Вы говорите, что 4 года вы уже это делаете, и вы убеждены и довольны. Но для меня вопрос, у вас уже есть кто-то, кто вам подражает в вашем регионе? Как вообще вся эта тема воспринимается вашими коллегами? Вспашка, полостное опрыскивание — это, как вы сказали, не совсем уж новая вещь. То есть как на это смотрят? Ну, у нас в регионе есть предприятия, которые работают с системой полостного опрыскивателя 12-рядного, и у нас есть один молодой фермер, который меня спросил, он купил там новый опрыскиватель и хотел немножко изменить эту систему, потому что при этой системе можно сэкономить средства защиты растения. Это означает экономия расходов. Вот то, что я от вас слышу, да, это экономия расхода, но при этом не так много работы. Потому что, насколько я понимаю, такие каждодневные вещи, если на них не упускать из виду, то довольно все просто. Да, в принципе, это простая возможность, что сегодня очень важно, экономить средства защиты растений. Но есть еще другой эффект. Например, сама пропашка — это вот для развития молодой свеклы. Мы вот в прошлом году провели опыт, и там была такая нулевая грядка, где вообще ничего не делали, ни гербициды, ни вспашки, ничего. И там развитие молодой свеклы было хуже. И да, конечно, из-за гербицидов все это плохо. Это нагрузка гербицидная, развитие свеклы действительно задерживается, но за счет вспашки все-таки снова мы можем так способствовать росту свеклы, что все получается. То есть, как бы подвести итог, вы это делаете уже несколько лет, вы довольны и считаете, что все это начинается, полостное опрыскивание начинается как бы в голове, в мыслях, потом нужно правильное направляющее штанги, чтобы распределение было правильное, РТК нужно, 25 расстояния, и если техническая какая-то поддержка, которая облегчает работу, то это хорошо, и вполне можно об этом подумать. Но вы — это вот практическое подтверждение тому, что если хочешь, то на практике это получается, и урожай вас благодарит, правильно? Да. Большое спасибо, господин Хаберль. Если вопросы к нашему интересному интервью, то, пожалуйста, напишите нам в чате, свяжитесь с нами, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Большое спасибо.